Джуэриску в стиле диско. Стираю нашу с тобой переписку. Привет, привет, мои дорогие. Извините, громче не могу. Но, видео на моем втором канале. И будет обзор покупочек. Я, как обещала, сходила, получила. Это мы будем смотреть позже, в конце видео и еще на втором канале. Ну, скорее всего, это будет... А полностью я расскажу про все это на втором канале, на первом. И я попала в Чижик. Блин, пошла я не только в Чижик. У нас тут магазин этих зоотоваров. Я туда зашла, купила корма, купила Маруське. Будет играть, не будет. Ай, куда убежала мышка? И купила травы. 50 рублей такая трава. Замучишься растить. А Юля у меня все по цветам, все по цветам. Там еще была. Я говорю, ну я зайду, буду туда ходить. Она же у меня все цветочки кушает. Юленечка. Попробуем. Я тебе купила вместо цветов. Она сегодня у меня на декабрист покушалась. Иди. Ой, как вкусно. Ой, как вкусно. Разговорилась там с женщиной. Что-то про кошек стали. Стоим, разговариваем. В Чижике самый дешевый перец, оказывается. Я, конечно, купила один большой такой. Потом скажу, сколько он стоит. Что я тут еще купила? Вот захотела я такого кофе заваривать. Две упаковки. Там тоже самый дешевый такой кофе. Еще купила очень вкусные там сосиски. Хочу таких сосисок. Они на самом деле вкусные в Чижике. Тут уже больше ничего. Ничего. А зачем же я все-таки шла? Зачем шла, я тоже купила. Ой! А шла-то я всего лишь за чайничком. Представляете, да? Всего лишь за чайничком. Наконец-то я его купила. Ну, все попозже, я только пришла. Я сейчас не буду на нем заваривать чай. Он огромный, огромный. У меня чайничек. На целый день заварю себе. Пока у меня нет такого чая, а я накидаю туда пакетиков, брошу туда. И что есть? Лимончик. Вот лимон я не купила, ну, неважно. Есть, а и другое купила что-то. И буду с вами пить на целый день. Представляете, можно шиповник заваривать. Вот. Ой. Ну, я посмотрела, они в тысячи мелочах. Даже чайники помельче, но дороже. Поэтому мне спасибо, что подсказали. АСМР. Ну, естественно, мимо селедочки я не прошла. У меня есть пачечка масла. Можно сделать. Да, девочки, спасибо тоже за подсказку. И мальчики, что можно селедочное масло. Там, кстати, было икорное. Но знаете, вот я селедку сейчас разделываю, когда покупаешь целиком. И вот там такая икра невкусная. Нет, я ее выкидываю. Да. Купила еще обычной солью, потому что у меня закончилось. Все равно, когда готовишь, надо обычной солью солить. Купила в Чижике самые дешевые квашеные капусты. Уж мне поверьте. Еще купила, ну, немножко, вот, три лука. Лук, конечно, немножко подорожал. 4 луковки. Ну, мне надолго хватит. Купила хлопьев. И я сейчас думаю, что мы сейчас с вами... Я еще не ела, а время уже, наверное, второй час. Будем кушать что-нибудь. Купила апельсинчиков. И так поесть, и в чай добавить. Гель для стирки, он у меня закончился, тоже купила. И батончик. Вот такие у меня сегодня покупки из Чижика, но это еще не все, не переключайтесь. Но я просто покажу, что купила, а основной обзор будет у меня на другом канале. Так. Чистила память у телефона, представляете? Давайте я сейчас Юле подам травку. И по чеку, значит, чайник 499. Миша сказал, нифига себе, он даже вот... Спасибо еще раз. Так, дальше. Пакет 4 рубля, капуста 69 рублей,
кофе по 99 рублей. Ну, знаете, вот я сейчас Nescafé Gold пью, вот после Nescafé Gold, вот мне уже не хочется вот Nescafé крема, честное слово. Так, салфетки самые тоже дешевые в чешке, 44 рубля. Блин, я вот его рекламирую, он мне должен приплачивать. Селедка вот эта тоже нормальная цена, 109 рублей. И не дальше, чтобы. Геркулес 44 рубля, лук репчатый по 32 уже рубля килограмм стал. Гель по 159. Тут сколько? 1,5 литра. Так, перец по 279. Я вчера была в Новом Веке. Там цена была около 500 рублей. Представляете, да, в два раза. Перец у меня вышел на 71 рубль. Апельсин у меня по 99 рублей килограмм. На 44,95. Соль 34 рубля. Сосиски по 169 рублей. И хлебушка с отрубями 26 рублей. Вот. Это мои покупки, которые я потом уберу, разберу. Надо совершенно что-нибудь поесть. И я сейчас быстренько покажу, а потом все расскажу. А вот они все. Да что это такое, а? Ой, ну вот я вчера, сейчас буду пылесосить. Юля, иди, не бойся. Они уже уронили. Ну, значит, ее на полу надо держать. С подоконника. Все-таки я говорила, получила Арифлейм заказ. Я сейчас похвалюсь. Ребят, у меня ресницы, я тут мне Анечка пучочки сделала, вообще ресниц нет практически. У меня стал глаз краснеть, я их Ну, захотела мама, да? И я попробовала, заказала себе вот эту тушь. И я вот сейчас прям чуть-чуть мазнула. Обычно я глаза крашу долго-долго. И знаете что, прям? Ресниц нет совсем у меня от слова. Я довольна. Я еще себе закажу. Даже пусть лежит. Че, она недорогая в этом каталоге. Да еще, я уже говорю, если вы сами пройдете в мой магазин, то там закажете еще с большой скидкой. Еще вернется кэшбэк. Считайте, по каталогу она 399. Плюс скидка 15% как покупателю. И 15% вернется кэшбэк. Вообще обалденно. Я еще сегодня буду заказывать. Мне девочка одна заказала. И заказала для... В общем, серию наборов. Мне, конечно, это вышло очень дешево по сравнению с тем, что... А, тут цен нету. По сравнению... В общем, у меня скидка... Я тут ничего не понимаю. Ну, скидка была нормальная, хорошая. Там при заказе от 2000 бесплатная доставка плюс скидка как представителю, плюс скидка 15% еще была у меня на этот заказ. И плюс вернулся кэшбэк. Это у меня для осветления, попробуем, от пигментных пятен, сыворотки. Ну, что я рассказываю, все будет на втором канале. В общем, вот такие, такое все мне. Это все мне, моя-то прелесть. И еще буду заказ делать на Туле, Наташечке. Ну, может, еще кому чего-нибудь. Ест. Все, Юль, мать знает, где тебе что покупать. Там еще горох продавался пророщенный. Ну, я говорю, что на то и выходит. А то она у меня сегодня как на декабрист нападала. Ну, в общем, все, вот такие покупки, такие закупки. Увидимся с вами завтра. И насчет обзора. Ребят, мне невыгодно здесь видео про сотку. Они будут, они существовать должны и будут на моем первом канале. Я посмотрела, посчитала, но нет. Зачем? Будем сюда обзоры покупать. Да, это, ну вот что делать. Каждый ищет, где лучше. Мне не сильно выгодно. Я получаю даже в 3 раза меньше, ну, если по чесноку сказать, чем бы я получила за то видео на моем основном канале. Поэтому обзоры я могу идти на первый и второй канал, ну, немножко по-другому записать. Так что все, всех обняла. Пока-пока. Чмоки-чмоки, ваша Наташа.